Всех приветствую на нашем канале. Сегодня мы с вами поговорим, как повысить урожайность в своем огороде или на даче. Каждого садовода и огородника, несомненно, интересует урожай, который ждет его в конце сезона. Урожай напрямую зависит от качества и ухода почвы. Лучше всего растения чувствуют себя в рыхлой почве, так как в нее хорошо проникает вода и воздух. Ведь в такой почве создается благоприятная для роста и развития растений микрофлора. Сделать же почву в своих грядках рыхлой можно, например, с помощью минералов, но их нужно очень много. Это обойдется, несомненно, вам дорого. Также можно использовать для разрыхления почвы практически бесплатные компосты. Однако, но они есть тоже не у всех. Самое же бюджетное, наверняка доступное средство – это древесный наполнитель для кошачьего туалета. Вам потребуется древесный наполнитель и вода. Прежде чем использовать древесный наполнитель для грядок, его нужно подготовить, то есть превратить в опилки. Для этого высыпаем наполнитель в любую удобную для вас емкость. Мы берем ведро, у меня 15-литровое. И насыпаем сюда древесный наполнитель. Заливаем его водой. С 5-литрового пакета древесного наполнителя получается примерно 15 литров опилок. Дорогой древесный наполнитель покупать не стоит, не имеет смысла, так как опилок у него так же, сколько и у дешевого. Единственное отличие в том, что дешевый дольше набухает. Сейчас мы дождемся, когда наши опилки разбухнут. 5 литров древесный наполнительный, то есть получится 15 литров опилок. Это количество хватит нам на грядку размером на 100 сантиметров, на 50. Итак, наши опилки разбухли. Теперь засыпаем грядку опилками. И перемешиваем их с землей. В итоге вы получаете прекрасную грядку с рыхлой землей. Пользуйтесь полезными советами. Прекрасных урожаев. Всего вам доброго, до новых встреч.